Нарьян-Маре КамАЗ наехал на 7-летнюю девочку. ДТП произошло на перекрестке улиц Полярная и Рыбников в районе очистных сооружений. Совершено дорожно-транспортное происшествие. Водитель грузового автомобиля не предоставил преимущество пешеходу. И на нерегулируемом пешеходе в результате у нас совершен наезд ребенок, девочка 7 лет, с травмами доставлена в медицинское учреждение. По сообщению медучреждения, ребенок жив. По предварительным данным, жизни ничего не угрожает. Есть у нас претензии предварительно пока в отношении водителя грузового автомобиля. Выехал он на рейс, не имея путевого листа. Это означает, что он не прошел предрейсовый медицинский осмотр и проверку техсостояния на линию. Водитель по результатам освидетельствован трезвый. В настоящий момент отдел ГИБДД проводит проверку. Результаты будут известны по окончании проведенного административного расследования. Дарья Чупрова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».